В здоровом теле – здоровый дух. Спорт дарит человеку много плюсов. Хорошую фигуру, выносливость и силу, стабильную нервную систему, правильное функционирование организма и многое другое. Еще большую пользу можно получить от занятий на свежем воздухе. Саровчане могут присоединиться к проекту «Спорт в каждый двор» Центра внешкольной работы и заниматься любой физической активностью под наблюдением инструктора. Мои обязанности входят привлекать подростков, детей к спорту. То есть я могу им показать упражнения. Вот у нас здесь тренажеры есть в наличии. Показать, рассказать, исправить их ошибки. Ну, в общем, инструктор для того, чтобы помочь спортсмену, начинающему, выполнять правильные упражнения. На спортивной площадке 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова есть много тренажеров и снарядов для воркаута. Но не каждый человек знает, как заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. Также на площадках проекта организовывают спортивные игры для детей. Весь инвентарь инструкторы приносят с собой. Тут играем разные игры спортивные, это и волейбол, и баскетбол, и футбол, и настольный теннис. У нас есть для этого весь инвентарь, мы его приносим с собой, и его используем для этих целей. В общем, разнообразные здесь у нас занятия. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Инструкторы готовы проводить занятия и для пожилых людей. Всех, кто желает приобщиться к спорту, приглашают на площадке по улице Курчатова, 6, Силкина, 20, улице Павлика Морозова, 22-й микрорайон, по улице Куйбышева, 19/1, молодежный центр. Нам скоро дадут помощь. Обычно нам помогают студенты. Вот. Ждем с нетерпением, потому что они молодые, зажигательные, они проводят какие-то досуговые мероприятия, там они и поют, и танцуют, и все делают, что нравится детям. Спортивный комплекс в сквере 22-го микрорайона работает в понедельник, вторник, среду, четверг с 16 до 19. Спортивно-игровая площадка на улице Кручатова, 6, вторник, четверг с 10 до 13. Спортивно-игровая площадка на улице Силкина, 20, понедельник, среда с 9 до 12. Занятия бесплатные. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.